30 колымских фотографов приняли участие в фотоконкурсе «Культурное наследие». Конкурс проходит второй раз и поднял рейтинг популярности вдвое. Работы принимали у тех, кто старше 14 лет. Тематика – исторические памятники, мемориалы, обелиски, достопримечательности Магаданской области. Главные критерии оценки – это содержание, художественный уровень и техника исполнения. Фотограф-любитель Олеся Рымарь отправила 3 фотографии. Главный герой ее работ – мемориал «Маска скорби». Серия фотографий сделана в разные года и признана одной из лучших. Как художник я подхожу к этому делу, чтобы это все было композиционно, естественно, красиво, чтобы это было значимо, чтобы это было с художественной точки зрения выразительно. Ну, естественно, освещение пытаемся, как умеем, потому что, еще раз повторюсь, я не профессионал. Из 65 фотографий комиссия определила 10 лучших работ. Победители наградили дипломами и памятными призами.